Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Ну что же, я получил все-таки высшую лигу и 1500 кристаллов. Кстати, многие задают: Рэй, а как ты получаешь быстро кристаллы? Ребят, ну, выполнять ежедневки. Как еще? Выполнять ежедневки, в принципе, и все, больше. Ну и, соответственно, побеждать, еще раз побеждать. За каждую победу, по-моему, дается 15 самоцветов. И вот так вот потихонечку ты добиваешься результата. Ну ладно, давай-ка мы, наверное, купим с тобой наборчик. Вот только какой? В прошлый раз мы, по-моему, брали Триасовый Триумф, насколько я помню. А на этот раз можно взять что-нибудь. Нет, только не этот. Этот пак я не хочу. Блин, этот тоже как бы не особо мне нужен. Так, а вот здесь вот что у нас? Ну, вот этот, наверное, можно было бы купить. Так, пожалуй-ка и поступим. Зачем? Зачем я вот это сейчас сделал, а? Зачем мне один набор? А! Давай, показывай, что там у тебя. По минималочке, да? Понятное дело. Ну что же, поехали. Так, 11 паков. Вскрываем. Ну, пока ничего суперского не выпало. Так, редкие пошли. Да куда столько-то мне их? Ё-моё, ну... Вы издеваетесь, да? Так, мегаредкие пошли. Это у меня... О! Два голема, ребята! Вот это круто! Так, и... Еще одна легенда! У-ху-ху! Третья легенда! Вау, ребята, три легенды! Причем... вот эти вот новые две. У меня их не было. У меня этих легенд не было. Это-то ладно, было, но вот этих не было. Плюс вот этих два голема, которые прячутся в надгробии. Ну, я думаю, что многие знают, да? Этих големов. Слушай, я доволен как удав. Серьезно тебе говорю. Прикольно. Есть ли смысл нам тратить 425 самоцветов на паки? Давай потратим. Хотя на самом деле лучше все-таки накопить, наверное, на 11 паков, да? Ну что нам тут? Вот такие вот невыгодно по одному, когда открываешь, видишь, ребят. Ладно, не будем, наверное, тратить, пускай остается у нас пока. Ну что, ежедневки? Давай посмотрим. Разыграйте 3 горошины, донесите 20 единиц урона героям заморозгом и разыграйте 3 ягоды. Так, значит, заморозгом опять за него играть. Да что ж ты будешь делать? Да не умею я за него играть, за этого заморозга. Вот серьезно тебе говорю, не умею. Сейчас мы тут с тобой, знаешь, что сделаем? Давай-ка удалим. Слишком много барахла тут у нас всякого. И попробуем составить колоду. Кто-то говорил, что очень крутая колода у него на животных. Ребят, я не спорю, но у меня нету этого козла. Какого, ты спросишь? Я тебе покажу. Вот этого. С этим козлом, ребята, все намного проще. А у меня его нету. Ну, можно, конечно, попытаться что-нибудь там придумать. Давай попробуем. Ну, мне что-то кажется, что это бесполезно просто-напросто. Так, где-то кошатница нам нужна. Это танцор, по-моему, да, если не ошибаюсь. Нет, это зомби-питомец. Так, с, где у нас? Вот, тоже, кстати, надо взять. Допустим. Где у нас еще-то? Йети у меня только один, как ты видишь. Ну, если честно, я даже не знаю.
Давай уже так просто возьмем, чтобы хоть что-то у нас было. Так, этого возьмем. Две. Так, курицу. И, наверное, надгробие. Кстати, у меня очень много, ребята, дублей. Что закончить? Подожди, изменить. А, не добрал я карту. Как я буду уничтожать мощных противников? Ума не приложу. Ну что, попробуем. Знаете, что я не сделал? Я не взял, ребята, заклинашек. Они же за счет заклинаний прокачиваются. А у меня вообще здесь никаких заклинаний нету, прикинь. И вот сейчас бы я побежал бы. А именно нам нужны вот эти вот сундучки там всякие. Так, козлов слишком дофига. Уберем. И поставим, например, вот это возьмем. Вот это. Это. Это даже надо больше, наверное, взять. И заморозку. А лучше, конечно, прокачку, на самом деле, делать. Чё-то, по-моему, ребят, перебор я тут сделал себе небольшой. Небольшой перебор. Ну что же. Я, конечно, попробую. Сразу, ребят, говорю, что за именно за заморозкой я не умею играть. Так, и нам выпадает орех в доспехах. Окей. Наверняка на хилах или на... На чем он там может? Да он на все может быть. На орехах может быть. Ну что, курицу вначале поставим или как? Или этого? Аболтуса? Ага. Ну, допустим. Давай посмотрим, что у тебя по воде. Ага, ничего нету. Это уже приятно. Так, сделаем. Уничтожает. Как же ему не нравится, а? Козел. Вот спрашивается, нафига он мне тут нужен, да, этот козел здесь? Пока уничтожает все, что может он. Я даже не буду им трогать. Пускай он свою мину тратит. Мне как бы по барабану на нее. Так, интересно, у него есть могилоед или нету? Я просто к тому говорю, что стоит ли рисковать. Ну, в данный момент у нас даже выбора нету, да? Значит, стоит. Значит, стоит. И сделаем мы для начала так. А сейчас посмотрим, что он тут будет менять ландшафт или же нет. Ага, он убирает его. Так, 7 здоровья мы ему усали. Теперь, если у него есть могилоед, естественно, ребята, он будет пытаться его уничтожить. Так, цветочек. Цветочек. Ну что, я думаю, что ему крышка, ребят. Ты как считаешь? Все, он сдался. Он сдался. Ну и правильно сделал.
Это первая победа за заморозка, ребята, спустя я не знаю сколько времени. Очень много времени. Да и то, мне кажется, это чисто случайно получилось. Потому что вроде бы хотел... Твою налево, блин, мне 20 единиц. Я думал, что мне нужно было победить. Ага, а мне-то нужно 20 единиц урона нанести. Тогда продолжаем, ребят. Поиск соперника. И смотрим, кто нам здесь выпадет. Я-то хотел сыграть за животных. Ну, как бы, колода на животных, да? А получилось так, что просто голем в могиле победил его. Каменный этот зомби. Вот, вот эти вот ребята, это хорошо. Но их выставлять лучше, ребята, последними. То есть, когда уже животные будут. Потому что при игре одни питомцы, все питомцы получают плюс один. Ах ты жук ты навозный. Что ты, что он там придумал, а? Ай-яй-яй-яй, как плохо, ребята. Я конечно, могу поставить сюда. Но он 100% уничтожит. Заморозку делать не вижу смысла. Что он придумал, а? Что же ты придумал? Да я даже не знаю, ребят, что он там придумал. Но давай я сделаю вот так. Что у него там, кактус есть? Может быть и такое. Угу. Ну, давай так сделаем, фиг с ним. Да, то, что он сейчас, конечно, добор будет делать, это не есть гуд. Козел, ну нафиг он мне нужен здесь, а? Сейчас посмотрим. Есть ли у него по земле урон там? Конечно, есть. Конечно, есть. Давай кого-нибудь сдуем отсюда. Молодцы, сдули, блин. Так, я вот думаю. Он опять ее, ну понятное дело, что он опять выставляет. Че, этих заморозить? А, заморозить я не смогу их. Не смогу. Я могу только так сделать. Себе во вред, так сказать, да? Пять, шесть, шесть в лицо. Ну, тут, конечно, глупостью уже начинаю заниматься, ребят, на самом деле. Полнейшей ерундой. Полнейшей ерундой я начинаю заниматься. И заморозить не могу, да? Эта гадость мешается здесь вообще. Жесть как мешается. Ну все, тут хана по ходу дела, ребят. Заморозить я что, я могу только? Только этих заморожу. Ну, я имею в виду вот этого. Эти не поддаются заморозке, потому что у них заклинах стоит. Ну, ты сам видишь, да, что происходит? А так было бы неплохо, если бы вот этот умудрился бы ударить. Согласись. Был бы какой-нибудь прочерк у меня. Ох, было бы круто. Но его нет, к сожалению. Жалко, да, что нет прочерка? А, хотя тут, ребят, в любом случае бы. Но я ему нанес урон. Сколько там? 8 единиц. По-моему, 8 единиц мне и не хватало. Да. Вот, ребят, так вот кристаллы потихоньку и копим. Так, разыграйте три ягоды и разыграйте три горошины.
Ну, с горошинами. Так, с ягодами у нас, по-моему, очень даже хорошо дружит. Если не ошибаюсь, бабах. Сейчас глянем. Разыграйте три ягоды. Ладно, попробуем. И горошины, да? Ну, с горошинами у нас зеленая тень обычно там с ними контачит. А у бабаха всего лишь одна ягода. Да и то даже это не ягода, а ягодный микс. Надо было сюда ягод взять, которые 0-0. Ага. Так, ну вот это лишнее будет здесь. Вот это, я думаю, что тоже пока... Хотя... Да что ты мне... Ай, выдал мне. Ладно. Ну что, не буду я на него тратить. Так, значит, он на кровожадность собирается, да, играть? Тут только один вариант, ребята, ему. Кровожадность. Блин. Даже поставить нечего, ну прикинь, ё-моё, начинается игра и поставить нечего. Я офигею просто. Сейчас люлей наполучаю, блин. Ну вот, дали хоть кактус хотя бы. А чё кактус мне? Давай сюда поставим. И что еще? Мину бесполезно дело ставить. Знаю. Давай так еще поставим. Оно не защитит. Ага, ага. Так, ну это хорошо, что он с одной стороны поставил вот это вот, потому что теперь мы имеем право его уничтожить. Я говорил, кровожадный будет, ребят, ставить. Поехали. Так, этот труп, этот труп. Вот эти вот два еще побарахтаются. Так, этих двух минус. Сейчас я буду сюда бесенка ставить. Вот увидишь, попомни слова. Ну, мы поставим с тобой вот этого. Вот, начинает, короче, тут куролесить. Почему я этому не удивлен? А сделаем вот так вот. Ну что, два в лицо. Здесь по два, это 4, 6. 6 в лицо, это, конечно, фигово, ребят. Два росточка, а вот кто в этих росточках будет, это уже, ребят, отдельный вопрос. Вот тебе и ягода. Хе-хе. Хотел разыграть, вот ты разыграл. А это хилочка, да, у нас? Эту гадость убери отсюда, чтобы я ее больше не видел. Ага. Чего он хотел сделать. Так, если мы, ребята, ударим на 4, то 4 хп мы восстановим себе. Так что не забывай, что еще защита у нас работает. Ага, вот что он делает.
Не восстановим мы с тобой ни шиша. Ну это, блин. У него тоже одна карта остается, но у меня-то, ребята, видишь, в чем проблема. Если я поставлю даже стража, это все равно его уничтожит. Вот в чем беда-то. Давай я так сделаю. Посмотрим. Все, сфейлился, ребят. Я не угадал. Ну, мне даже варианта не было, ребят. Сейчас он уничтожит его, потому что он пробьет. Вот так вот легла карта. И ничего я с этим поделать не мог. Так, разыграйте три ягоды. Теперь пошли разыгрывать три горошины. Ну что? Зеленая тень, ты готова у меня? Она-то у меня готова. Еще как готова. Блин, кстати, у меня, смотри-ка. Может быть, эти карты испробовать, а? Новые, которые мы получили. Ну-ка, вот так вот сделаем. Убрать, например, да? Вот этого может поставить. Чтобы не уничтожили, если что. Так. Попробуем, короче, вот так вот сделаем. Там уже будет видно. Нам нужно разыграть всего лишь три горошины. Называется, делаем ежедневки через атата. Ну, видишь, не везет. Какая-то непруха прям. Трындец, вот выдали мне тоже, а. Ну, что ты мне его сюда поставил? Он теперь будет мне, ребята, мозги компенсировать. Сейчас он мне будет тут выносить мозг. Ладно. Сейчас начнет выделываться. Естественно, ему выгодно вот это вот держать. Так, у него не сработал, ребята, план. Ну что это такое, а? Хитрит, он что-то, ребята, хитрит. Какой-то у него план есть, зловещий. Наносит 2 единицы урона всем. А этот-то выживет. Этот-то выживет у меня. На тебе. Угу. Бобовые. Так, ну у него там опять, наверное, да? Нанесет. Как это назвать-то? Сейчас посмотрим, что у него тут. Так. Защита у него срабатывает? Нет, не сработало пока. Так, сидит, думает. Угу. Случайно тут на линиях выставляет. А мы сделаем еще вот так вот. Так, посмотрим, есть ли у него. Так, он берет энергию. Угу. Поехали. Так, это он еще получит, да? 4 в лицо.
Итого у тебя 8 хп остается. Сейчас будем, знаешь, что делать с тобой? Видишь, он ничего не стал делать. Мы сделаем тогда следующим образом. Блин, не хотелось бы, конечно, именно вот... Ладно, фиксель, давай. Чтобы он не воспользовался. Ничем. Естественно, его обида сейчас гложет. Что он сейчас может сделать? Он может сейчас выбрать Эврику. Если она ему достанется. Она ему достанется. А так получается 4 в лицо. Плюс выставляем этого и начинаем. Рикошет. Два этих. В общем, посмотрим. В принципе, тут есть очень такой приличный шанс выиграть. Тут он, конечно, обломался, да? Думал, сейчас заклинание какое-нибудь там применит. Но, видишь, мы ему все планы, видимо, сорвали. В плане... В плане соединения с интернетом. Ребята, это фигня полная. Поверьте мне, какой, блин, с интернетом? У меня все нормально было с интернетом. Зашибись. Нормально? Проверьте соединение с интернетом. И все, ребята, игра зависла. Короче, я не знаю, что там произошло. Все там было нормально с интернетом. Единственное, что игра, походу, ребят, глюканула сама по себе. Я-то думал, блин, сейчас победа будет. Да уж. Много думал, мало получил. Опять же, ничего путевого нам не дали, как ты видишь. Полная лабуда. Слушай, а по-моему, тот же сам, нет? Ну давай ты, соображай там быстрее. Ё-моё, сидит там, думает. Опять что-то соединение с интернетом потеряно. Я тогда в шоке буду. Сидит там, сопли жует. Я не знаю, что он не ходит-то. Все, начал ходить. Специально тянет резину, да, подольше. Да, есть такой тип игрочишек, которые любят мозги компенсировать. Надеюсь, у тебя заклинания нет никакого. За одну единичку. Есть. Ну фиг с ним, зато того уничтожим. Такс. Что он там затеет? Угу, вот так вот. Слушай, я не знаю, кто там, ребята, у него может быть. О, сладкоежка. Значит, будем уничтожать сладкоежек. Какой беспонтовый ты, а? Не говоришь, что он будет делать и ставить этого профессора. Ничего не стал делать, отлично. Блин. Нормально. Берет энергию дополнительную. Так, Джек. Джек. Опять, ребят, что-то начал лагать. Ёпрасоте, ну. Он что, свои мозги там жрет, что ли? Не могу понять. Ребят, начинает опять лагать играть. Слышишь, да? Я сейчас не удивлюсь, если опять вылетит. И самое видное, что у него опять, ребят, защита сработает.
А этот у нас именно на горох должен, да, встать? Слушай, ну что за фигня, а? Блин, неужели опять интернет-соединение, блин? Разрыв. Что-то мне кажется, что так оно и есть. А, нет, нет, ребята, он отключился. Не знаю, что с игрой, может быть, у него тоже что-то какие-нибудь лаги были. Но ты сам прекрасно видел, да? Меня вообще там выкинуло. Соперник типа подключился. Так, ну ежедневки-то я не выполнил, потому что разыграть эти три горошины, а я их не разыграл. Двигаемся дальше. Ага. Супермозг. Ну, уже лучше, друзья. О. Меня бесит, когда против меня начинает зеленая тень играть, и вот у кого-то в колоде сразу 4 вот этих горошин, ребята. Все, это просто финиш начинается. Он прокачивает горох, потом еще прокачивает, ну и такая, так далее, да? То есть 1-1, он становится 2-2, потом выставляет еще там 3-3, потом еще 4-4, и просто тебя запинывает с всех сторон. Так, ну у него одна энергия, я не знаю, что он там может сделать. Что-то, наверное, может. Вытягивает две карты. Вот как он делает. Так, ну что, я, наверное, поставлю сейчас горошин, ну, ну да, галактическую фасоль. Боб. Галактический боб. Так, этого сдуем нафиг, наверное, отсюда, да? Ну, понятно, что он опять будет ее ставить, это... Интересно, будет ли он ее ставить. Он ее ставит, ребят. Тогда мы делаем так и вот так. Я уже думал, сейчас бонус, но и так какой-нибудь влепит. Опять со своей защитой. Так, ребят, сразу нам выпал этот. Кого же ты поставишь, а? Давай кого-нибудь в могиле. Чтобы я его смог заморозить. Спасибо. И вот так еще сделаем. Так, у него там бонусная атака же может быть, да? Насколько я помню. У него есть, ребята, возможность бонусную атаку сделать. Видишь? Ну, это было глупо, конечно, с его стороны. Ну, а тебе еще удар. Так, у меня выпал рикошет. У меня выпал рикошет. Возможно, он нам сейчас пригодится. Все зависит от того, кого он выставит. Ну, на ниндзю я... Он, наверное, думает, что... Может быть, у него ландшафт будет этот пробивной. Такой тоже может быть, друзья. Такой тоже может быть. А с другой стороны, вдруг у него ничего нету там. Ладно, сделаем вот так вот тогда. Блин, ну раз три рикошета, тогда откинем уж. Раз уж три рикошета. Ой, ну да, два рикошета выпало. Чего ж тогда тут их?
копить, экономить на них. Будем бомбить. Ракеточка, да, у тебя, значит, была. Так, ну что, смотрим, сколько у нас получается. Так. Ты достал, шелудивый пес, а? При использовании на ландшафте. Такой деловой. Иди отсюда. Так, это получается 3 и тут 4, 7. Как раз 7. Если он, конечно, что-нибудь тут не вычудит. Кровожадность потратил. Понятно. Ну что, я 3 горошины отыграл, по-моему. Ведь отыграл же 3 горошины. Ты серьезно? Да, не отыграл, ребята. Бобы, фасоль, это все не то. Горох это вот этот, который у нас прокачивается. 38-й, это у нас рожавый разряд, собственно, персоны. Ага. Очень интересно. Давай глянем. Наверняка у него есть валун. Да и наверняка не один, да? Вот этот здесь, наверное, мне и не понадобится, скорее всего. Нет, понадобился, ребят. Глянем, кто там у него. Отлично. Отлично он попал. Прям вообще, ребята, удачно зашло. Такс. Хм. А я вот так вот сделаю. Удивительно. Удивительно. Что же ты задумал, парень, а? Что же ты, пацан, задумал? Вот так вот, да, значит? И валун у него есть, я так понимаю, да? Он сейчас валунчиком его раздавит. А, нет, он странно размещает. Окей. Валуна у него нет, друзья мои, получается, да? А раз валуна нет, значит, мы можем поставить с тобой огурец. Слушай, вот этот ты, парень, конечно, зря. Ты это... Давай, завязывай эти вот приколюхи свои. И этого тоже отсюда сдуньте, пожалуйста. Так, ну он, опять же, ребята, может лишить нас атаки. У него сейчас... Ну да, именно вот это вот выпадает. Не что-нибудь, а именно вот эта вот пакость. Не хп восстанавливающий, а вот именно эта гадость. Ладно, смотрим дальше. О! Начинает хиляться. И это все, да? Блин. Пим-пим-пим-пим-пим. Сюда, что ли, поставить прикрытие? Нет, все-таки сюда лучше поставлю. Эй, Нарина, найс. Ну а что, ребята, что вот здесь поделаешь? Ничего не поделаешь. Тут вообще обмен, конечно, жесткий. Что ты, огурец, там достанешь? О! О! Это нормально. Хил лишним не бывает. Блин, сейчас бы сюда вот поставить было бы, ребята, круто. Как бы было бы замечательно, если мы сейчас с тобой хапнем
Картишек. Так. Эть. Гороховая эволюция. Горох. У меня, блин, бобовый. У меня гороха нету. Ну хорош, давай, парень, что у тебя там за карта? ХП у тебя там. Так, мне вот это вот, ребят, уже ожидание соперника. Неужели опять у меня там глюкануло что-нибудь? У него 100% выпало. Да вы серьезно, что ли, блин? Слушайте, ребят, такое впечатление, что какое-то читерство идет. Так, переключусь на другой эмулятор. Так, друзья, давайте посмотрим. Тут все по-старому. Я уже перешел на другой эмулятор, ребят. Проверим сейчас, что у нас из этого получится. Надеюсь, все отлично будет. Вот это вот, наверное, пока лишнее. О, я еще и не тот горохострел взял. Ёк-макарёк. Ну, не горохострел, а не ту зеленую тень взял. Ай-яй-яй-яй-яй. Как же так-то? Вот это лопухнулся я. Да, еще не легче. Ладно, в любом случае нужно вылететь этого гаденыша. Этот, конечно, тоже будет добирать карты, ребят, но мне его бомбить придется намного дольше, чем этого. А вот что он там сейчас придумает, я не знаю. Ну, там, конечно, это полный свистец. Два раза, ребята, проиграть из-за отключения, это... Это, конечно, что-то с чем-то. Пум-пум, бомбанет, бомбанет, да? Давай так сделаем. Он может, кстати, поменять ландшафт. Ага, он ставит кровожадность. Окей. Еще и заморозку. Так, сдуем кого-нибудь отсюда лучше. Отлично. Можно сказать, сдули кого надо, да? Угу. Сразу за заклинашки хватается. Да пускай хватается, ребят. Так, здесь начнем вот так вот выставлять. И опять же вот так. Я не знаю, кто у него там ныкается. Сейчас увидим. Пират. Прокачиваем, да? 4,2, 6. 6 в лицо, это плохо. Даже немножко больше, чем 6. Так, если мы поставим... Все равно мало. Я просто хотел, думал, этого вырубить, а не получится. А не получится.
Посмотрим. Да ты запарил, блин, а? Сейчас будет бомбашить. Ну все, ребят, походу доигрались. Колода совсем не та, что я хотел. Что это за бред, ребят? Нафиг. Даже париться не буду. Разыграйте три горошины. Все, ребят, разыграл, блин. Вот такая вот, короче, идиотская серия получилась на самом деле. С вылетами. Две игры просто коту под хвост улетело. Ну, думал, что, может быть, не выкладывать эту серию. Ладно, ребят, пускай будет. Посмотрите и сами сделайте оценку этой игры. А на этом все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.